узнаєш много нового із живописі. І я дуже ціню дух, який цей. Атмосфера создається руководителем. Да, вот эта вот атмосфера доброжелательная. Да, просто удивительно сердечная. Такое отношение хорошее, что можно поделиться даже не самым сокровенным. Какие-то бывают события в жизни хорошие и нехорошие. Мы как-то несем друг друга, делимся, друг другу помогаем. Это вот очень получается замечательный такой клуб по интересам. Да, не только мы живописи интересуемся, у нас другие стороны жизни тоже интересуют. Приходят к нам и мужчины, к сожалению, ненадолго. Да, но приходят, бывают такие моменты, когда у нас даже по трое, да, приходят на занятия. Да, интересно бывает это с ними, да, на троих соображаем. Вот, замечательно. Так что если у вас есть какие-то знакомые друзья, то и которые не, даже и не мечтали, а может быть и мечтали заняться живописью.